В закрытом режиме сегодня слушали дело первого замглавы правления «Нафтогаза» Сергея Перелома. Заседание прошло в Шевченковском суде столицы. Ни одна из сторон разглашать подробности не стала. Но известно, что следующее заседание намечено на 23 октября. Сам Перелома, которому инкриминируют растрату госсредств, уверяет, все обвинения в его адрес безосновательны. Я считаю, что обвинение, я заявлял об этом неоднократно, заявление абсолютно беспочвенное, что мы надеемся доказать в ходе судебных слушаний. Я уверен в нашей позиции, поскольку нет фактов фабулы дела, которые излагают у нас САП вместе с НАБУ, то, соответственно, такие прогнозы.